Ну что, открыли наш сегодняшний вечер. Димаш Кудайберген. Вот все цветы. Новый секс-символ эстрады России, Китая и мира. Хор Академии популярной музыки Игоря Крутого. Сочинский симфонический оркестр, дирижер Олег Солдатов. И молодежный хор города Сочи. За роялем автора произведения Игорь Крутой. Девочки, держите себя в руках, он вернется. Ну что ж, дорогие друзья. Еще раз ваши аплодисменты. Димаш! Игорь Яковлевич, а вас мы просим остаться и приглашаем вас на...